Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с крутой рубрикой «Это эксперименты». Всем здорово! И сегодня, ребят, за нашими спинами стоят самые жесткие, самые разнообразные тачки, на которых сегодня мы будем преодолевать крутое препятствие. Это вот такая вот лестница. Каждая ступенька увеличится на какое-то определенное количество сантиметров. И, ребят, мы должны узнать, какая тачка сегодня проедет как можно дальше. По вашим многочисленным просьбам я понял то, что вы хотите больше транспорта, и значит, сегодня у нас будет первое мотоциклы, дальше у нас лоу-райдерские тачки с большими колесами, тачки из арены вар, крутые внедорожники, кибертраки, машины-гусеницы, а также есть гусеничная техника, вы только посмотрите на это. Ну и, ребят, за то, что вы собрали 15 тысяч лайков, мы подготовили самые гигантские, самые здоровые тачки, которые смогут проехать всю лестницу. Ну это сегодня мы как раз таки и проверим. Я надеюсь, вы поддержите лайкусиком, и тогда мы найдем еще более жесткие, более здоровые тачки. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра. Не забывайте поддержать это видео своими крутыми лайками. Мне будет безумно приятно. Ну я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы погнали уже с Пашей рандомно выбирать баки и отправляться на подъем этой крутой лестницы. Пау, срочное включение. Ребят, у меня для вас есть важная информация. У меня есть цель набрать 500 тысяч подписчиков. Но я заметил, что на меня подписаны всего 10% людей из тех, кто меня смотрит. И 90% даже не знают, что не подписаны на мой канал. И если ты заметил, что у тебя вдруг не нажата красная кнопка подписаться, то жми ее скорее так сильно, чтобы можно было ее сломать. И я уверен, что вместе мы сможем добиться поставленной цели. Надеюсь, ты меня поддержишь подпиской. Но я желаю тебе приятного просмотра! Ну и, ребят, давайте начинать нашу обалденную рубрику. Сегодня мы будем с Пашей рандомно выбирать мотоцикл себе, рандомно выбирать маслкар себе, рандомно тачки из арены вар. И начнем с первого, наверное, уровня. У нас тут байки. Давай. Мотоцикл, обалденный спортбайк, потом моноколесо. Я даже вот не знаю, как на нем ездить. И еще есть у нас скутер, который не знаю, кому попадется. Ну, тебе выпадет. Тебе, ребят, выпадет. Напоминаю, по-моему, сегодня мы с Пашей, кто дальше проезжает, замеряем лестницы, дальше суммируем, кто сколько лестниц проедет. И в конце мы узнаем, кто победит в этом жестком сегодняшнем эксперименте. Ну что, Паша, давай. Кто первый, кто второй, выясним с помощью орел или решка. Давай, согласен? Ну, давай, давай, давай. Все, смотри, кого Алиса выбирает, то есть кто угадывает, кого называет, тот будет первым, согласен? Я орел, я орел. Окей, да, ты да. Орел, я буду решкой. Алиса, подкинь монетку. Орел, орел, орел. Смотри, вот, решка. Вот по-любому. Орел. О, я первый. Ты че, ты на чьей стороне, робот Алиса? Блин, Алиса выбрала первого, это Паша, значит, Паша орел, значит, ты первый. Ладно. Какой да. ты предсказываешь? Я предсказываю, тебе я выпадет. Думаю, один выпадет. Да, один. Ладно, это тебе выпадет. Выбираем, что выпадет, ребят. Паша, поддержите лайкосиком. Мне будет сегодня, кажется, самое жесткое. В конце проверим вообще гигантские автобусы, поезда. Вот эти белазы, смогут ли они преодолеть максимальную лестницу. Итак, Алиса, назови число от 1 до 3. Это число 2. Смотри, вот по-любому 2 это моноколесо. Один! Серьезно! Паша, а, ты сегодня да, будешь на скутере! А, ребят, тебе первому, точно, тебе же первому. Все, число выбираю, ребят, от 1 до 2, потому что у меня осталось только 2 тачки. Один моноколесо, 2 это байк. Алиса, да, блин, назови число честно. От 1 до 2. Ну, это будет 2. Давай. 2. Число 1. Один! Все, ребят, садимся. Я себе буду на моноколесе чисто фиолетовый цвет выбрал. Ну что, Паша, ты готов? Раз, два, три, погнали. Стой, я чуть не перевернулся на нем. Ребят, поддержите лайкусик. Смотри, как я. Ой, а кто там застрял, Паша? Я не застрял, шестая лестница. Седьмая. Ребят, ну посмотрите, как это моноколесо едет. Офигенно. Слушай, у меня тачка крутая. Ой, я походу нашел предел себе. Какая у тебя тачка на скутере едет. Ой, кто-то заехать не может, да, ребята, посмотрите на него. Посмотри, давай, на. Опа, еле-еле-еле-еле. Вот это нормально, опа. Давай, я на тебя смотрю, Паша. Вот тут у меня проблемы. Опа. Нет, так, ты выше тихо. Меня не забирайся, Флейзис. Заберусь, давай. Аккуратно, давай. Опа. Да, походу, предел я нашел. Нет, я не хочу с тобой на одном уровне быть. Я думал, моноколесо крутит. Давай, ребят, максимально вверх задираемся. Офигеть. Опа. Все, ребят, нашли предел. У Паши, получается, мы на какой? На восьмой ступеньке. Вот она, восьмая ступенька. Припаркуйся с правой стороны, вон там, Даша. Ты выше не залезешь. Получается, у меня 8 баллов и у Паши 8 баллов. Ну, то есть 8 ступенек. Погнали к следующим нашим тачкам.
Ну и теперь, ребят, более жесткие тачки на огромных гигантских колесах. Мотоцикл, кстати, можем уже катапультировать, он нам не нужен, в принципе. Ну что, Паша, ты первый, так что тебе выбираем машинку. Давай, смотри, давай. У нас есть Камара на гигантских колесах, лоу-райдерская тачка и вот такой тачки. Дождь, тоже на гигантских колесах. Блин, я даже не знаю, что тебе выпадет, надеюсь, лоу-райдерская тачка. Итак, Алиса, назови число от 1 до 3 для Паши. Опа, это, наверное, да, не знаю, это не все знаю. Крутые тачки, мне кажется, это первое. Выпало число 1. О, прикол, Алиса, назови число от 1 до 2. Мне кажется, это число, ну, 2 или 1. Число 1. Нормально, я на лоу-райдерской тачке. Мне сегодня чисто фиолетовые машины выпадают, ты посмотри. Да, нормально. Ну-ка, подвеску выше делаем. А как выше делать подвеску? Слушай, вроде... Я не помню. Ладно, готов? Раз, два, три, погнали. Все, давай. Блин, у тебя тачка жестче. Она быстрее. Нет, быстрее, да. Ничего, я тебя обгоню, ребят. Смотрите, пятая лестница, шестая. У меня бампер отлетел. Так, ребят. У меня бампер наоборот. Так, я не понял. Подожди, походу я предел нашел. Давай! Есть! Я еще выше. Давай, догонишь меня, не догонишь. Смотрите у него. Попытаюсь догонять. Застрял. Ребят, пока что у нас 8 баллов у каждого. Я не знаю. Ну-ка, я на 9-ю ступень могу проехать. Так, аккуратно. 9-я. Есть! Ладно, я на 9-ю заехал. А ты там задом пытаешься заехать. Я задом нормально, кстати, заезжаю. Давай, маслкарты. Ой, у меня проблема. У меня проблема. Застрял. У меня задний привод, Паша. Это жесть. Ладно, ребят, гравипушка, сейчас быстренько выкинем ее. Капец. Я вот это вот. Так, здравствуйте. Ты меня догнал, так нечестно. Ребят, смотрите лайфхак. Нажимаем, короче, X, и у меня тачка становится выше. Она просто поднимается, как Бигфут, Паша. Так что тебе когда? Опа. Это тебе. Подожди, я не понял. Это что за дела такие? Так, давай, Бигфут, давай, Бигфут. Да, блин, она зато медленно теперь едет. Нет, я лучше опущусь на задние колеса. Ну-ка, если на задние колеса смогу так. Оп, давай. Есть. Вов, заехала. Еле-еле. Я аж испугался. Так, оно у меня дымиться начинает. Блин, я, походу, гравипушкой раздолбал тачку себе. Давай. Я еще выше залетел. Смотри, давай, Паш, я на тебя смотрю. Ну-ка. Ой, не может. На задних колесах, ребят, заезжаем. Ой, да, я походу нашел предел реально тачки. Давай. Ладно, последняя попытка у каждого. И раз, и два, и три, давай. Ай, все, я не могу. Давай. У меня это предел реально. 11-я ступенька. Чисто наравне идем. То на байках одинаково приехали, то на этих тачках одинаково. Ребят, получается было 8-8. Прибавляем 11-11 и погнали к следующим тачкам. Ну а теперь, ребят, у нас будут тачки из арены War. Напомню, они умеют прыгать, так что это будут самые жесткие тачки. Ну это вообще рекордсмены, по идее, кто как можно выше забирается. Но мы сегодня еще проверим. Вот эти тачки в конце, это просто гигантский автобус, ребят, чтобы вы видели, насколько он здоровый. То я не знаю, ну поддержите лайкосиком, и мы найдем еще больше тачек, вот этих максимально высоких тачек. Ладно, Паша, давай от 1 до 3 спрашиваю тебе, потому что ты сегодня будешь первым. Итак, выбираем Алису. И, Алиса, назови число от 1 до 3. Это число 2. Число 1. Тебе на все время единички выбирают. Что такое, Алиса? Слушай, это крутая тачка. Нифига себе, ладно, давай спросим мне. Алиса, назови число от 1 до 2. Это будет число 2. Вот, по-любому, смотри. Выпало число 2. Два! Я угадал! Доминатор! Серьезно? Ну, кстати, на доминаторе будет прикольно. Знаешь почему? Потому что он, это маслкар, он умеет на задних колесах ехать, так что мне будет намного легче. Все, я скидываю сразу вот эту штуку сзади, потому что она мне будет мешаться. Раз, два, три. А у тебя Брутус! Кстати, Брутус? Блин, Брутус выше, так нечестно! Ладно, мне кажется, Паше повезло. Ты куда прыгнул? Ты че так далеко прыгаешь? Вы видели, ребят? Ладно, так, давай. Я тебя... Сколько лет я тебя буду догонять? Так, максимально прыгаю. Я тебя догоню, Паша, Давай. Твой прыжок, ты со своими прыжками сейчас... Сейчас, ребят, я понял. Короче, максимально берем разгон и сейчас допрыгну. До Флейзина я должен его догнать. Давай. Капец, у меня уже 13-я ступень. Нет, у меня 12-я. 13-я впереди. Так, берем максимально разгон на задних колесах. Давай, тачка. Давай. Прыгаем. Я чисто, упал. Знаешь, у меня такция через ступеньки перепрыгивать. Так, максимально разгоняемся. На нафиг, давай. Ой, тютенька в тютеньку хватило. Чего ты, уже до синего уровня дошел? Ты меня догоняешь потихоньку. Ну да, я тебя догоняю, но ты не уйдешь, Паша, далеко, смотри. Аккуратно, давай. Оп, чисто миллиметражно приземляюсь. А как ты думаешь, до какого мы допрыгнем? Я думаю, я доберусь до 25-го где-то, 25-й. Мне кажется, до 27-го. Так, опа, все, Паша, я уже не могу по две прыгать, я буду по одной теперь прыгать. Раз,
два, три, ребят, поддержите лайкосиком. Слушайте, ребят, вы самые лучшие, вы набрали 15 тысяч лайков. И, ребят, я ж не ожидал такого, что мне придется снова выпускать этот видос. Я думал, он вообще не наберет, типа, лайкосиков так много. Ну, ребят, так что сделаем так. Как набирается? Давайте столько же, 15 тысяч лайков, ребят, то выходит новая серия с более жесткими и с более здоровыми тачками, ребят. Потому что я просто был в шоке, когда вам так понравился этот эксперимент. Ну ладно, ребят, давайте просто сейчас максимально высоко прыгаем. Главное победить Пашу, он уже на красном уровне. Я уже на 28-м. Так, аккуратно. Ну я пока на 23-м, но сейчас у меня нитро довольно долго накапливается. Так, 24-й уровень. Так, нормально. Я так, уже на 29-го не могу запрыгнуть. Не можешь? Так, не, аккуратненько. Еще одна попыточка. Воу, чуть не коснулся. Ну, кстати, я не знаю. Я не могу. Мне даже интересно будет выяснить, чья тачка все-таки прыгает выше. Брутус либо Доминатор. Потому что я пока еще нормально прыгаю. Если что, ребят, мы играем по-честному, без боковых рывков. Так что здесь у нас чисто идет от тачки. Какая тачка выше прыгает? Раз, два, три. Давай, оп. Ой-ой-ой, вот что-то было на грани. Ну-ка, Паша, давай. Давай. Все, никак, да? Ну все, ребят, моя попытка, если не получается, то, скорее всего, я тогда остаюсь здесь. И опа, давай. О, в смысле? Нифига себе. Немножко. Подожди, серьезно, на 28-й ступеньке мы с тобой остановимся? Ну-ка. Еще раз прыгаем. Офигеть, я даже тачку задрать не могу. Ну, ребят, надеюсь, поезд на гигантских колесах сможет побить этот рекорд. Это мы как раз и проверим. Так что, Паш, предлагаю засечь. А мы опять на одном уровне с тобой. А ты где? Да. Ты улетел, что ли? Я упал. Получается, ребят, 28-й уровень мы прибавляем к нашим очкам и погнали к следующим тачкам. Ну, ребят, вы только посмотрите, осталось у нас, Паша, всего 3 уровня, это тачки, внедорожники на их здоровых колесах, дальше у нас гусеничная техника, это танки и самые гигантские машины. Я не знаю, какая тебе выпадет, Паш, гусеничная, я просто смотрю машину, гусеница, реально, какой тебе выпадет внедорожник, вот я бы хотел кибертрак себе. Тоже хочешь? А вот давай теперь проверим. Алиса, назови число от 1 до 2. Так, это... Ой! Неправильно! До трех надо было! Ух, ты чего? Не! Переспрашиваем! Она выпала. Число 50. О, тебе 50 выпало, понял? Алиса, назови число от 1 до 3. Это число, ну, допустим, 3. 3. Нет? Число 3. О! Ты чё, охренел? На огуречном кибертраке поедешь? Ладно, ребят, от 1 до 2 спрашиваем тогда. Алиса, назови число от 1 до 2. Это число 1. 1, да. Или 2. Выпало число 2. 2! 2, вау! Что? Неплохо! Вот эта тачка на самом деле... Ой, что, она прыгает? Да, она прыгает, это круто. Нормально, я, кстати, этого не знал. Ой, так она еще и на парашюте. Ну что, Паша, раз, два, три. Походу, у меня жалко больше. Подержите лайкусиком, вы посмотрите на этого монстра. Это что такое? Это что такое? Он просто едет, не останавливаясь. Я уже мотоциклы побил. Вот это нормально. Ой, походу предел. Порыгаем. Вот, на прыжке нормально, в принципе. Оп, давай. Да блин, надо боком заезжать, короче, вот так. Аккуратно. Капец, чисто прыжками только. Так, ребят, а я видел, у него есть... У него был парашют. Давай. Оп, полетели. Я могу еще на парашюте заезжать. Слышь, на Витя. Слышь, ты, это, что по это? Это кто это вылетел из меня? Что за духи какие-то, призраки? Ладно, ребят, просто максимально... Давай. Блин, чисто прыжками, короче, забираться и на парашюте. Паш, ну у меня тачка намного круче. Давай. Ну-ка. Смотрим на плейсина. Ой, еле-еле капушится там. Опа. У меня уже 15-й левел. Ну я догоняю тебя. Так, слушай, а мне интересно, я смогу тачки из арены Варда гнать? Может быть, эта тачка прыгает выше намного. Так, аккуратно, прыжок. Мне кажется, жестко будет. Давай. Нормально, я уже до 18-го дошел. Ну-ка, догоняешь, нет меня? Скажешь, где ты найдешь предел свой, окей? Так, окей, хорошо. Давай. 19-й, ребят. Блин, прыжки 14-й. Очень долго копятся. 14-й. У меня уже 20-й, Паша, 20-й. Да, блин. Давай, кстати, она уже еле-еле запрыгивает. Походу, это предел. Ну-ка, максимально высоко, все, давай. У меня с тачкой. Тютелька в тютельку заезжаю, 22-й уровень. Ну-ка, Паша, давай. И опа. Не, у меня 14-й. 14-й, все. Да, ребята, да. Ну, наконец-то у нас хотя бы разные числа. Ну, чисто наравне идем по баллам. И еще давай выше. Все, походу, последний левел, это будет 24-й. Давай, хотя бы до красного тачка ты сможешь. Все, Паша, выше, она не прыгает, чисто упирается бампером. Да, 23-й уровень, 23-я ступенька, ребят. Я тачку-то оставляю здесь и погнали к предпоследним нашим автомобилям.
Ну что, ребят, у нас уже гусечная техника. У нас есть либо танк, либо вот такая машина Mad Max, машина мясорубка, либо вот такой вот танчик военный, нормальный, полугусеницы, полуколеса. Ну что, Паша, давай проверим, кому давай, что достанется. Надеюсь, тебе выпадет. Блин, я даже не знаю, что самое фиговое. Мне кажется, танк это самое худшее, что может быть. Не, ну мне что, кажется, танк самый лучший. Спрашиваем у Алисы тогда. Алиса, назови число от 1 до 3. Это число, ну, допустим, 3. Давай 3, я хочу 3. Число 1. Один. Один, серьезно? Алиса, назови число от 1 до 2. Мне кажется, это число... Пожалуйста! Один, может... Один! Это вот эта тачка, ребят! Блин, фиолетовая. Это круто! Вы посмотрите на этого монстра! Это просто какая-то жесть, ребят! Ну что, Паша, ты готов? Раз, я уже поехал, два, давай, удачи, три! Там все, ребят, сейчас мы узнаем и дальше проверим уже, кто заберет себе поезд на колесах, либо БелАЗ, либо Бигфут. Ой, смотри, я нормально еду! Вообще я по кайфу! Здорово, я тут кувыркаюсь! Здорово! Так, ну подожди, а он умеет прыгать? Блин! Мне кажется, нет! В смысле, реально прыгать не умеет? Ладно, гусечная техника, ребят, проверим, насколько далеко я смогу проехать. Я должен побить, главное, твой рекорд. Опа! Пока! Чисто, уже 9-я ступенька. Давай выше. Вы посмотрите, ребят, как далеко я уехал. Ну-ка, еще выше, давай. Давай. Есть. Чисто на гусеницах забирается. Да, я заехал, смотри, сейчас еще выше заеду. Давай, кувыркайся. Ой, серьезно? Я застрял. Спасите, помогите. А нет, я не застрял. Давай еще выше. Давай, ты сможешь. Капец, она не может забраться. Это жесть какая-то. Давай. Лево-право. Нет, ты не можешь там уже. Вообще никак. Ну, получается, у меня какая? 11-я ступень. У тебя, Паш, какая? У меня 9-я. Все, 9-я. Приплюсовываем наши ступеньки. И, ребят, погнали к следующим, последним, самым жестким тачкам. И уже узнаем, кто сегодня победит в этом эксперименте. Ну и, ребят, самое жесткое, самое долгожданное, это у нас монстры, вот такие, БелАЗы, огромные, Бигфуты и вот такой поезд на гигантских колесах. Ребят, из-за того, что вы под прошлым видосом набрали 5000 лайков за час, как я вас и попросил, я исполняю свое желание, и мы нашли с Пашей самую гигантскую тачку. Но если, ребят, под этим видео вы наберете также 15000 лайков, то давайте мы найдем еще больше этого поезда, какую-нибудь крутую тачку. Так что, ребят, все зависит только от вас. Ну что, Блэзин, давай рандомно узнаем, у кого чего будет. Итак, я спрашиваю у Алисы число от 1 до 3 для Паши. Алиса, назови число от 1 до 3. Это число, ну, мне кажется, 2. Вот я хочу двойку, мне никогда не выбрала 2. Третье! Алиса, назови число от 1 до 2. Это число, мне кажется, 1. Пожалуйста! БелАЗ. 2. Ребят, я думал уже, я сегодня буду на БелАЗе. Ну что, Паш, кстати, я думал, тебе выпадет... Круто. Если честно, я думал, тебе выпадет число 1, и ты будешь тоже на БелАЗе. Вы посмотрите на его размеры! Ребят, если вы хотите видеть в следующей серии тачку еще больше, поддержите лайкусиком этот видос. Ну что, раз, два, три, погнали! Я поехал, давай, у меня просто еле-еле, капец, он неуправляемый. Ребят, я надеюсь, он сможет преодолеть красную линию. Если что, мы не тестировали тачки, так что сегодня как раз таки уже на видосе и узнаем, какая тачка едет намного дальше. Ты чё? Я сейчас перевернусь. Это ты чё? Главное выровняться. Все, медленно, аккуратно разворачиваемся, ребят. Смотрите, сколько у него двигателей спереди, точнее сзади на спине. Это просто жесть какая-то. Аккуратно заезжаем. Так, я понял, главное не газовать, главное ехать медленно, аккуратно, и все мы преодолеем. Давай, Паша, козявка, подтолкну тебя. Пошел отсюда, цепи, я даже проехать по тебе смогу, давай проеду по тебе. Ой, ты чё? Аккуратненько. Не двигаемся. Не толкаемся. Двигаемся в стороны. Вот так, ребят. Просто Бигфут против поезда Бигфута. Мне кажется, тут уже очевидно, что моя тачка круче, Паша. Моя тачка... Ой, я, походу, нашел предел. Серьезно? Ну-ка, реально? Давай. Она цепляется своим бампером. Реально? В смысле? Давай, подождите. Я должен это сделать. Я до 19-й ступеньки доехал. Уже 20-ю вижу. Так, на 20-ю заезжаем. Давай, греби. Давай. Греби. Немножечко еще. Я уверен, я смогу. Давай, тачечка, давай, козявочка. Давай. Есть. Я заехал. Нет, я почти заехал. Давай, одним колесом. Есть. Фух, ребят, смотрим, смогу ли я хотя бы до красного уровня, либо до машины гусениц доехать. Так, мне кажется, до красного берем. Не сможешь. Максимальный разгон, тачка прыгать не умеет, жалко это. Ну-ка, давай. В смысле? Это предел? Чё, все, не можешь Подожди, уже? Я думал, он намного выше сможет проехать.
Давай! Ладно, ребят, разворачивайся. Пробуем задом, пробуем задом. Надо развернуться очень аккуратно нам, чтобы взять максимально крутой разгон. Давай, что? Я просто повис на бампере. У меня колеса висят. Ладно, все, последняя попытка, ребят. Раз, два, три, давай! И опа! И чуть-чуть! Колеса подлетают, а тачка заехать не может, ребят. Предел этой тачки — это номер 20. 20-я ступенька. 20, ровно так. Ну и, ребят, Паша, на какой ступеньке остановился? Я посмотрите. Получается, на... На какой? На какой? На 14. Все, ребят, записываем результаты, подсчитываем их и уже узнаем сейчас, кто сегодня победил в этом эксперименте. Ну и, ребят, мы подвели итоги и узнали то, что я преодолел сегодня 101 ступеньку, а Паша преодолел всего 83. Так что с отрывом почти на 20 ступенек я побеждаю в этом видосе. Надеюсь, вы поддержите Флейзита в комментариях, чтобы он не огорчался и со мной в следующий раз тоже не побоялся записать ступеньки. Ну, ребят, получается так, что смотрите, если мы набираем 15 тысяч лайков, то мы тогда находим с Пашей еще более жесткую тачку, которая есть в GTA, ребят, и уже будем ее тоже проверять, сможет ли она преодолеть все ступеньки. И мы все-таки в следующей ряда должны на какой-нибудь тачке преодолеть самую последнюю максимальную ступень. Так что, ребят, поддержите лайкосиком, мне будет безумно приятно. Ну а я хочу с вами попрощаться. С вами сегодня был Джел Флейзин. Ссылка на Пашу будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем покедова. Всем пока, народ.